Председатель регионального совета по защите прав предпринимателей Инесса Куанова получила медаль третьей степени за верность делу. Знак отличия ей вручили на третьем съезде Нацпалаты в Астане. Ольга Загоруйко расскажет подробнее. Инесса Куанова руководит Советом по защите прав предпринимателей 2 года с момента его основания. За это время она помогла решить вопросы порядка 50 бизнесменов. Большинство проблем возникало из-за неправильного применения госслужащими существующих законов, говорит Куанова. Почему вы так толкуете закон? На каком основании предлагается иное, правильное понимание закона? И в большинстве случаев находим какой-то компромисс. В поисках правильной трактовки было проведено 17 заседаний. На них обсуждали резонансные проблемы. Вклад руководителя Совета в развитие экономики оценили в Национальной палате предпринимателей «Атамикен». 15 июня текущего года в городе Астане состоялся третий съезд Национальной палаты предпринимателей. На этом съезде мне тоже была вручена медаль третьей степени за верность делу. Я думаю, что эта медаль есть признание того факта, что в нашей стране успешно осуществляется защита наших бизнесменов. 80% вопросов в Совет поступают из районов. Самостоятельно найти ответы на многие из них предприниматели не могут, говорит Инесса Куанова. Например, в прошлом году отдел земельных отношений Тимирязевского района грозил хозяйствам разорвать договор на аренду полей, если руководители не будут отчислять до 20% прибыли в фонд развития социальной сферы района. После вмешательства Совета этот пункт из договора аренды исключили. А в Кызылжарском районе с крестьянских формирований требовали выплату индивидуального подоходного налога. По инициативе Палаты предпринимателей прокуроры провели проверку и признали незаконность данных действий. Виновных уволили. Между тем, остается немало проблем системного характера, отмечает секретарь Совета Женис Казиев. Об этом говорили на третьем съезде Атамикена. Например, о том, как уменьшить количество проверок и исключить понятие лжепредпринимательства. Ну и, конечно, вопросы, связанные с субъектами естественных монополий. Это вопрос очень такой серьезный и важный. И, кстати, он тоже поднимался на форуме Генеральной прокуратуры. Значит, в этом отношении тоже будут определенные подвижки. Также на съезде в Астане затронули немало проблем в сфере строительства и земельных отношений. Для их решения премьер-министр страны поручил создать рабочую группу. Ольга Загоруйко, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.